как привычное УЗИ только внутри кровеносных сосудов. Для ульяновцев открылась возможность получать новый вид высокотехнологической медицинской помощи. Речь о стентировании с использованием внутрисосудистого ультразвукового исследования или сокращенно в СУЗИ. Такое хирургическое вмешательство дает врачам произвести более точные замеры при лечении пациентов с острым коронарным синдромом. Мы сможем правильно подобрать диаметр стента, мы сможем подобрать длину этого стента, мы сможем посмотреть морфологию бляшки, которую так глазом видеть невозможно. Вот, соответственно, в сложных случаях это нам сильно помогает. Операцию выполняют в Альянс Клиник Свияга по полису ОМС. С начала года высокотехнологическую помощь получили около 12 пациентов. Стоит отметить, что стентирование здесь делали и раньше. Обычно хирург использовал для навигации оценки коронарного русла рентген и контрастное вещество. Теперь к этому добавился в СУЗИ. Также ультразвуковое исследование увеличило время операции буквально на 15 минут. Все время операции, которая длится около часа, пациент находится в сознании, а изображение его сердечной артерии выводится сразу на экран. Так, с помощью катетера миниатюрный ультразвуковой датчик вводится в просвет сердечной артерии. Это позволяет получить изображение ее стенок. Сама же операция направлена на восстановление артериального кровотока в ткани сердца. В каких-то случаях останавливаем инфаркт, в каких-то случаях инфаркт уже произошел, и мы пытаемся лечить уже последствия. Вторая категория пациентов – это плановые пациенты, которые прошли все обследования, и у которых есть те же самые стенозы, сужения в коронарных артериях. Вот, они к нам приходят обследованные, и, собственно, мы их тоже стентируем, не дожидаясь возникновения инфаркта. Клиники за год по новому методу планируют прооперировать около 80 сложных пациентов. Рената Люлова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.